Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами как всегда Алькатрас. Сегодня мы начинаем прохождение игры Resident Evil 6. Ну что сказать про игру, она вот вышла наконец-то на компьютеры, на ПК в марте этого года. Ну-ка я взялся за нее только сейчас. На консоли она еще вышла в том году. Да, долго люди ждали эту ПК-версию. Учитывая, что к выходу консоли она еще даже не была готова. Ну давайте начнем, что ли. Так, пролог я уже поиграл немного. Сейчас давайте ее снова пройдем. Так, чтобы считалось полным прохождением. Пролог. Это нам предлагают сетевую службу. Ренет. Специально созданная для Capcom. Для игр серии Resident Evil. Так, и что у нас? Что-то у меня на загрузках поседает FPS. Да. Ну ничего ж, не надо расстраиваться. Все сейчас будет окей. Так. Сохранение. Когда вы видите на экране что-то там, сохранение. Легко и просто. Да, нет. А нет, теперь вот. Capcom представляет. Эксклюзивный продюсер Хируки Кабаяши. Продюсер Йошики Хиробаши. Ой, блин, нет, это я уже не пересилю. Молча смотрим заставку. Я этот поход нам сцены из финала уже показываю, да? Так, осмотреться. Давайте осмотримся. Почему бы и нет? А ладно. Надо оттащить. Как я там? А, Елена. Ой, блин. Сейчас нас, походу, обстреливать будут. Давай, 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 давай. Ох. Хорошо. Вроде укрылись. Ну, чисто пафосная сцена. Да, ей не очень плохо. Видимо, ей жестоко досталось перед этим. Ладно, давайте тащить ее. Come on. It's not over yet. Hang in there, Helena. Ой, блин. Охо. Или не так уже плохо. Just go. Не, мы помучим тебя дальше. You're not getting off that easy. Come on. Давай, солдат, не сдавайся. Блин, ну графика здесь приятная, на первый взгляд. After all we've been through, it'd be a waste to give up now. Да, нам, походу, еще придется пережить все.
Окей. О. Попал. А еще раз. Нормально. А вот оно, стандартное открытие двери в 1 июля. Всегда медленно, онлайн. О, так, думаю, под него попадать не нужно, да? Так, ладно, идем дальше. Ох, кругом трупы. Как понимаю, мы в Китае. Не понял я не по этим мертвым азиатам, а по тем надписям на китайском. Мы можем наблюдать. Убитый солдат. БСА, или как называлось там. Специальное подразделение по борьбе с этим биотерроризмом. Где стоит Крис Редфилд. Герой первой части. И пятый. Ну, как мы знаем, и этой. Ну, если мы потом пройдем. Let's take a break. Да, стоило бы уже и отдохнуть. Ох, наконец-то. Нормально пахнет. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. Так, целиться мы не можем. Ладно. Что? Так, а что у нас там? Мам, потом посмотрим. Так. Ты, надеюсь, не встанешь, да? Makes me sexy and good soldiers die like this. Не, мне кажется, он что-то другое сказал. Он сказал секси. Что-то другое ли он сказал? А, по идее, в таких машинах не должны быть пули непробиваемые стекла. Ну ладно. Это один... И все возможно. Leon, are you there? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Так, открыть ячейки. Так, пробел. 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 Опять пробел, как неудивительно. Прямо как у Mass Effect взяли, кругом пробелы. Так, on, один отличить, хорошо. Ну, ё-моё, да вы издеваетесь, опять загрузки эти. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Леон. Че такое? Да блин, я же говорю, что он встанет. Так и думал. Ой, блин, Сойся. Блин, там уйди от меня. Так, успел. Теперь что? О, опять, давай. Так, получи. Давай, пил в башке. Сдохни. Ах. Ну, представь, если на вас такой нападет типок ночью, блин. В темном переулке. Can't let your guard down for a second. Так, что? А, нам уже таблетку надо использовать. Окей. О, целиться может быть. Но у нас нет патронов, это плохо. Так, Елене помочь тебе надо. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Thank you.
Leon, what are you doing? You need to get out of there, now! We're heading to the Quad Tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. А ППД? Ну ладно. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Так, а мы их будем называть BSA. Их агент. Ну, прекрасно, у нас есть патроны. Так, схему маршрута. О, как в Dead Space прямо. Так. Думаю, это нам поможет. Да открой ты сильнее. Так, ну... Не хочу казаться капитаном, но думаю нам... О, неужели? Нам налево. Бегать как нам побыстрее тут можно. Какого? What the hell? Чё там разбилось-то? Так, Roger. Давай. Ты мне в помощь, Елена. Вот это называется апокалипсис в Китае. Нам, походу, нам он туда и надо. Can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Так, ну ладно, пошлите. Во, я ниндзя. Так, подбегайте, хорошо? Так. Застойте. Готов. Готов. Та ёбаный ты вот. На. На. Опаньки. Вот и проход, кажется, нам открыли. Так, бежим, Елена. Ой, блин, там кого-то хавают. Ну, а, ну конечно, блядь. Единственная машина, где канистра есть, надо поджечься. Блядь, бежим. И надо было обязательно дождаться взрыва, чтобы побежать, блин. Надеюсь, надо... Да, все нормально, вроде бежим. О, прекрасный вертолет. Так, беги, беги, Леон, беги, беги, беги. Так, давай, Леон, давай, давай, давай. А ты, чувак, ты бежать не собираешься? Блин, тупо пожертвовал собой. Ладно. Так, здесь что у нас? Блин, блин. Иди, бенем отсюда. Да. Какой-то эпичный получается пролог пока. Сейчас что теперь? Сейчас мы, как понимаю, на вертолетике теперь покатаемся, да? Да что теперь-то? Шикарно, его кто-то убил. Прекрасно, блин. И как там управлять вертолетом? О, нажимаю, нажимаю, нажимаю. Да он зомбятина уже, ты зачем ты его, блин, ловишь? Так, что теперь? Ой, блин, слишком рано. Попал. Попал. Ой, 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 ой.
Влетели, так влетели, блин. Шикарно, блин. Но если бы стекло не выдержало. Прощай, Леон и Елена. О, да вы, наверное, шутите. You all right? Yeah. Да, видимо, хана зомби. Ну ладно. Пойдем, Елена. А, во, пробел бегать. В общем, не надо испробовать. Ага. Прикольно. Подкат. Something doesn't feel right. Ну, это похоже на арену, где надо с кипнем боссом махаться, похоже. Ну, что-то сколько здесь солдат полегло. Да, это явно так. Back for more. Вот так заканчивается пролог. Так, ну, спасибо. Так, а теперь начинаем кампанию. Так, кампания за... так, за Леона. Так, кампус, ну, поселите. Ну да, отсюда. Первая глава. Так, сложность боя, какой он здесь, новичок, обычная. Ну давайте обычная. Прям одиночный. Окей. Так. Леону, конечно же. Так, онлайн, ну давайте. Офлайн будем. Ну, запойти. Только за хардкор, да. Так, ладно, начинаем. Поехали. Быстрый высыл, используйте. Так, понятно, конечно, успел почистить. Ну и. Блин, ну почему я поседает FPS на загрузках, а? Сейчас у меня 3 FPS. Помощь партнеру. Ну, давай. Это мы уже поняли с пролога. июня 2013 год. Толс Ойс, США. Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world. We have to come to the desire to reveal the truth. To tell them it might create more problems. It's time to take responsibility. We want to have any chance. We've always valued your friendship, Leon. Stay right where you are. Mr. President! Да стреляй ты уже. Хороший выстрел. Ну, как понимаем, мы убили президента. It's all my fault. I did this. What are you talking about? Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy.
How do you know my name? Yes. Hunnigan. Thank God you're both all right. О, Ханниган. Давно ее не видели. Со времен четвертой части. I can't tell you how good it is to hear you two are all right. Look, I hate to rush introductions, but I need a report on your situation. I just shot the president. What are you? He had already been infected by the time we found him. Leon. Leon did what he had to. He saved my life. God help us. All right, I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there. The virus has already spread 3 miles past the campus perimeter, and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tolok's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. И что это за цепка? You will if you come with me. Так, пожалуйста, не опять эту долгую загрузку. Ай, блин. Да что такое-то, ёбаный театр. Дохлый президент. I'm sorry. So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you at the cathedral, you may not believe me. Ладно, и знаешь что, давайте тогда закончим на этом первую серию. Следующий отправимся в этот собор с Еленой и узнаем, кто виноват в этом. И в этом. Меня тут не видно, но и в другом кое-что. Ну, ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего, пока.